Избитая бывшим мужем Валерия рассказала о своем отношении к словам Тодоренко о домашнем насилии. Певица честно рассказала о своих чувствах, так как ранее была в отношениях с мужем-садистом. Российская певица Валерия недавно решилась дать интервью для YouTube-канала «Супер» в программе «Алена Блин». Она рассказала о многих вещах, происходящих в ее жизни, а также затронула для себя болезненную тему домашнего насилия. Ведь много лет назад она оказалась в опасной ситуации для жизни, находясь в браке с мужем-тираном. Певица рассказала, что, по ее мнению, Регина Тодоренко однажды сделала ошибку, сказав, что если женщину бьют, то она делает что-то неправильно. Однако, по мнению Валерии, сама ведущая не сталкивалась с такой ситуацией, ей просто неизвестны многие вещи, от которых страдают женщины. Дело в том, что многие насильники просто ищут повод для издевательств, порой для этого находя самые абсурдные вещи. Певица также подвела итог. Хорошо, что даже так Регина оступилась, что-то брякнула, не подумав, но потом сделала фильм.